Xiaomi 13T с приставкой Pro. Ура, наконец-то нас услышали. Хотя как, здесь два нюанса. Включите поиск устройства. Нахрен мне включать твой поиск устройства? Как? Как? Привет всем, друзья, вы на канале Qik.ru, с вами Андрей, в руках у меня новиночка Xiaomi 13T с приставкой Pro. Дорогой, но с другой стороны очень мощный, классный телефон с интересной камерой, но, конечно, какие-то нюансы у нас будут оставаться. Сейчас подробненько про все поговорим, посмотрите, сколько смартфон стоит, в каких цветах есть по ссылкам под видео. Всех ждем в комментариях под этим видео на YouTube, в нашем телеграм-канале, ссылочка тоже есть под видео. Друзья, а еще у нас поменялись правила розыгрыша ежемесячного одного классного смартфона и множество промокодов. Теперь нам нужно всего лишь написать один интересный комментарий под этим видео, который включает в себя не меньше 5 слов. Или ответить на чей-то другой комментарий, но тоже очень интересно. В конце месяца специальный обученный гномик будет выбирать самые интересные 5 комментариев под каждым видео. Мы будем их сводить в одну таблицу и случайным образом среди всех этих комментариев выбирать одного победителя, который получит главный приз, а остальные получат промокоды. Писать стало еще интереснее. Удачи! Но пока что вот здесь жирненько, в комплекте чехольчик, зарядка на 120 ватт, провод USB Type-C, на экранчике сразу пленочка и внутри вот эта вся красота. Ну как красота, симпатично, по крайней мере. Еще раз отмечаю, вот в именно синем цвете телефон сделан с такой не глянцевой задней крышки, то есть да, это конечно не кожа, это что-то такое пластиково-искусственное, да, то есть кожа, не знаю, молодого дермантина, говорят, но здесь даже не дермантин, здесь что-то другое. Плотненько, на самом деле приятно. Рамка пластиковая, и да, за эту цену здесь пластиковая рамка. Зато полноценная защита от воды по стандарту IP68, зато телефон за счет этого не такой тяжелый. Вообще, в плане эргономики мне понравился однозначно именно в таком цвете. Потому что тот же самый 13T мы тестировали, он был глянцевый, и он, ну, скользковат. К этому надо, конечно, привыкать. Но вот в плане эргономики, пожалуй, что вот 13T Pro, вот именно эта версия, вполне себе приятно удивляет. Единственное, что здесь так же, как и в 13T, очень сильно выступает камера над корпусом. Она сделана в виде трапеции, еще на трапеции еще дополнительно выступает камера. При этом по элементам управления все очень стандартно. На экран отпечаток пальца, справа качелька громкости, кнопка включения, сверху датчики приближение, света, дополнительный прорез для второго динамика, стерео здесь есть, инфракрасный датчик для управления разной техникой, слева нет ничего, ну и, наконец, снизу две сим-карты, USB Type-C для зарядки и основной динамик. Напоминаю, что телефон еще поддерживает eSIM, если кому необходимо, но симки всегда поддерживаются только две. Или одна физическая, одна виртуальная, или две физические. Выбирайте сами. С лицевой стороны тонкие, красивые, симпатичные, симметричные рамки. По сути, всю лицевую панель практически занимает дисплей 6,7 дюйма. Ну и в целом качество изготовления телефона хорошее, мне нравится. Еще раз, наличие полноценной защиты от воды IP68, как в 13T, так и в 13T Pro присутствует. За это ура, наконец-то нас услышали. Перестал щеголять этим только Samsung и дорогущие Huawei. Собственно, ну и с лицевой стороны дисплей. Говорят много чего про этот дисплей. И какой-то Crystal Bright AMOLED, какой-то супер там еще что-то. Но хочу констатировать тот факт, что просто очень классный, очень приятный дисплей. Мне очень нравится, как реагирует на касание. Мне очень нравится картинка. Разрешение здесь Full HD++, чуть-чуть не дотягивает до QHD. Частота развертки заявляется до 144 Гц, но, как показывает тестирование, в основном в приложениях максимум 120 Гц. А 144 мы видим только в самой системе. Разница между 120 и 144, она на самом деле вообще, ну, нельзя увидеть человеческим глазом. Более того, вот разницу между 60 и 90 видно, а вот между 90 и 120 или 120 и 44 уже, ну, никак не заметишь. Плавно. А 90, там, 120 или 140, это непонятно. Но в любом случае пишут 144 Гц, пишут про 10 бит. Закаленное стекло, правда, только Gorilla 5 поколения, как я понимаю. Ну и дисплей, опять же, лишен проблемы шима. То есть частота пульсации здесь 2880 Гц. Поэтому на низкой яркости даже экранчик пульсирует так, что человеческий глаз не раздражает. Поэтому экран действительно напичкан кучей разных современных технологий. И хочу признать, он действительно очень приятно впечатляет. И что важно,
нисколько не изогнутый. Прямой, красивый дисплейчик. Я вот такой люблю. Что касается производительности, то прошечка получила также процессор MediaTek, как и обычный 13T. Но в 13T это 8200 Ultra. Здесь же 9200+. Оперативной памяти 8-12 гигабайт. Процессор помощнее, несомненно, чем 8200. Но, в принципе, 8200 уже работал очень быстро. И никаких вопросов к производительности этого телефона у меня нет. Все работает прекрасно. Загружается очень быстро, не глючит, не тормозит. Причем процессор весьма удачный в плане тротлинга. Вантуту набирает почти 1,5 миллиона баллов. Пока что хочу констатировать тот факт, что на этом телефоне все игрушки, даже какой-нибудь Genshin Impact на высоких настройках идет, показывает 60-50 FPS. Да, и причем это не Snapdragon. Кто не знал, вот Dimensity умеет теперь так. MediaTek умеет теперь и так. Нагрев есть. Нагрев довольно-таки серьезный, 40 с чем-то градусов здесь появляется, есть некоторый тротлинг, но все равно мощности ему хватает все равно настолько, чтобы все игрушки также тянуть на высоких настройках. Что уже говорить про задачи, которые там не касаются игр. Действительно, очень быстрый телефон. И производительности здесь прям классно, много. Правда, вот с автономностью здесь процессор его особо не чтит, хотя как, есть два нюанса. Собственно, нюанс первый. Если вы нагружаете телефон, то батареечка в 5000 мАч, которая здесь стоит, будет улетать очень активно. Вот прям очень активно. Здесь вы прям вот на полную молотят все эти 1,5 миллиона баллов Antutu, и батареечку вашу вот так вот и нет батареечки, собственно, да. При этом, если вы не играете на телефоне, не нагружаете по полной этот самый классный мощный процессор MediaTek, то телефон живет весьма неплохо. То есть... Фактически, если не играть на телефоне, то дня два вообще выжить из него можно. Вот вполне реально выжить дня два. Если начинаете играть, до конца дня хорошо, если доживет. Ну реально, вот прям за, допустим, час игры 26% что-то такое. Ну прям очень сильно. Прям очень сильно выжирает, черт возьми, батарейку под нагрузкой. Само собой, это касается не только игрушек. Допустим, съемка видео в 4К тоже нагревает и кушает батареечку. При этом, знаю, что в комплекте с прошечкой идет зарядка на 120 Вт. До 100% телефон заряжается 25 минут. От 0 до 100%. За 3 минуты будет заряжаться какой-нибудь телефон? Типа, вот ты пошел там, что там, что 3 минуты можно делать? А у нас звонок жене, можно? Да? Вот, собственно, ну зубы можно чистить 3 минуты, правильно. Зуб почистил, а телефон зарядился. Вот. Хорошие новости. У нас теперь второй розыгрыш в нашем телеграм-канале. Нужно всего лишь зайти, подписаться и нажать под постом с розыгрышем кнопку «Участвую». Все, вы в танцах. Удачи. Ну давайте про камеры. Селфи-камера здесь на 20 мегапикселей. Хорошая себяшка. По ней же идет, конечно, разблокировка по лицу. Тут портреты, улучшайзеры, еще что-то. Ну, широкоугольного режима немножко не хватает, но в целом хорошее селфи. Единственное, что вот у меня вопрос. Ты выкидываешь много денег за телефон, в котором откровенно неплохая селфи, в которой откровенно мощный процессор. И ты такой открываешь видео, включаешь селфи, включаешь настройки, а тут тебе только Full HD 30 кадров в секунду. То есть здесь даже 60 кадров в секунду на Full HD нету, вы понимаете? Как? Как? Само по себе селфи для селфи фотографий катит. А видео, ну понятно. Что касается основной камеры, то здесь она полностью повторяет таковую же Xiaomi 13T. Основной модуль 50 мегапикселей, оптическая стабилизация, ультраширик 12 мегапикселей и двухкратный оптический зум 50 мегапикселей. Честно говоря, и в 13T я немножко уже поругался, дополнительные модули здесь такие слабенькие, честно говоря. Они ничего так, но вот опять же, учитывая позиционирование цены этого телефона, они слабенькие за эту цену, откровенно. И более того, они вообще никак не отличаются от того же самого Xiaomi 13T. Основная камера здесь, более того, точно такая же, как в почти в два раза дешевле, там в полтора-два раза дешевле Xiaomi 13T. С той лишь разницей, что вот я все-таки сравнивал параллельные два телефона, Xiaomi 13T чуть-чуть попроще все-таки снимает, видимо, за счет того, что здесь в Dimensity 22.00+, все-таки как-то дополнительно смартфон обрабатывает то ли кадры, то ли еще что-то, но снимки получаются хорошие. Телефон действительно очень хорошо фотографирует, причем делает во всех условиях.
день, контраст, вечер, там, ночные фотографии, все хорошо, неплохо, очень-очень-очень даже неплохо. Причем, ну там, опять же, DxOMark рейтинги в этом злопамятном, который там непонятно что только не делал, тоже отметили, смартфон находится в числе лучших смартфонов по части камеры. И касается это 13T и 13T Pro. Но между ними очень маленькая разница, и 13T Pro чуть-чуть получше. Чуть-чуть. И все равно, несмотря на то, что здесь Leica, два режима Leica Vibrant, Leica Authentic, там вот эти искусственные интеллекты и так далее, хочу точно сказать, это все еще не камерафон. Сравнивал параллельно этот телефон, допустим, с S23 Plus. Так уж у меня выдалась вот сейчас вот возможность. S23 Plus лучше фотографирует. А уж видео. Телефон умеет писать видео. 4К, даже 8К умеет смартфон снимать, как все по-взрослому. Но начинаешь сравнивать с Samsung, который снимает, допустим, в том же самом 4К. Видео у Samsung лучше. Какого хрена тогда это столько стоит? Непонятно. Со связью. Вот со связью здесь интересно. Две сим-карты, есть eSIM, можно, собственно, использовать NFC, Wi-Fi 2.4 и 5 Гц, Wi-Fi 7, Asus, я вспомнил, где мы встречали недавно Wi-Fi 7, Asus, Zenfone 10, вот там тоже был Wi-Fi 7. Пока что роутеров я еще не видел, кстати, в продаже уже есть роутер с Wi-Fi? Да, есть, да. У меня просто, я только, хотя как недавно, 4 года сейчас скоро будет, я купил себе роутер с Wi-Fi 6, кайфую вообще просто, я не могу. Надо посмотреть, что там в Wi-Fi 7, стоит ли брать, но здесь уже есть. Само собой, поддержка Wi-Fi 6 тоже еще здесь тоже присутствует. 5G, GPS, GLONASS, все работает отлично. Уровень приема сигнала зашкаливающий, все работает действительно круто. Со звуком у телефона более-менее, вибро так немножечко подготовлен, но вау-эффекта, честно говоря, не вызывает. Стерео стандартное, снизу основной динамик, роль второй играет голосовой, дополнительный Pro еще сверху имеется. Стерео полуторное, но звучит более-менее, громкости достаточно. Ну и что касается прошивки, Android пока что 13-й, оболочка Xiaomi MIUI 14-я. Все понятно, все, я не знаю, MIUI надо ли комментировать что-то здесь как-то, потому что, мне кажется, все уже в жизни видели MIUI, кто-то от нее в восторге, кто-то от нее блюет, кому-то просто ни холодно, ни жарко, да, то есть, ну, понятно, что здесь есть какие-то стандартные приколы, вот эти уведомления, вот что мне тут пишешь. Включите поиск устройства. Нахрен мне включать твой поиск устройства. Ну, вот это вот стандартный Xiaomi. Рекламы здесь уже не стало, но какие-то свои приколы в прошивке есть. Но в целом работает все стабильно, функционала много, и в целом можно с этим работать. Так что там только вам решать, нравится прошивка или нет. Подводя итог по поводу Xiaomi 13T Pro. Знаете, у меня какое-то впечатление небольшое дежавю, потому что с Xiaomi 12T и 12T Pro получилась какая-то близкая история. Тоже там был прикольный, интересный Xiaomi 12T по тем временам, и был его старший брат, Xiaomi 12T Pro. Но он стоил немного дороже, но дороже. Но уже там был вопрос, а за что платить в случае с Xiaomi 12T Pro? То есть, и я прям четко помню, что вот 12T Pro мне прям офигеть как понравился. Прям вот там и Snapdragon, и экранчик, и камера, и все-все-все. Прям такой... Да, то есть потом вышли OnePlus, и мне отбили все желание покупать Xiaomi. Как бы в итоге пока что все еще хожу с Samsung, но вот следующий год уже прям четко что-то будем брать. Но четко что-то будем брать, точно не вот это. Потому что если положа руку на сердце, телефон классный. Зарядка быстрая, экранчик хороший, камера прикольная и все-все-все. Но не настолько он лучше, чем тот же самый Xiaomi 13T. Не настолько он лучше, чем какой-нибудь там за 50 тысяч, не знаю, там, OnePlus какой-нибудь, там, OnePlus 10 Pro или 10T тот же. Нет, телефон классный, вот вообще не спорю. Если вам нравится Xiaomi, если вы не хотите там мириться с нюансами, минусами Xiaomi 13 Pro или там его, платить за него деньги, то, в принципе, 13T Pro будет для вас интересным, хорошим, крепким вариантом. Во всех остальных случаях, ну, рекомендую посмотреть, сколько стоит 13T, потому что там такая же камера, попроще процессор, но все равно отлично все вытягивающий, тоже Dimensity 8200 Ultra. Такая зарядка там только на 67 Вт, ну, 40 минут он будет заряжаться, это 25, ну, разница там что, 20 минут. 13T прикольный аппарат, но мимо меня, не знаю, как по вам. Напишите в комментариях под видео, что думаете про этот телефон, как обычно, посмотрим, почитаем и так далее. Посмотрите, сколько стоит, какие цитах есть, сколько стоят его конкуренты. Я на этом с вами прощаюсь, с вами был Андрей Тюк.ру, пока.